Прокуратура подвела итоги проверки по факту отключения от водоснабжения центрального Первомайского района города. Было выявлено, что 11 участков сетей водоснабжения общей протяженностью свыше 10 километров имеют износ 95%. Они были построены в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. При этом, согласно нормативным требованиям, срок службы чугунных труб составляет 20 лет, а остальных всего 15. Главе администрации города внесено представление. В случае, если требования прокурора о замене проблемных участков сетей водоснабжения не будут выполнены своевременно, данная обязанность будет возложена на муниципалитет в судебном порядке.